Накануне в Нижнем Новгороде прошел 5-й благотворительный кинофестиваль «Детский киномай». 3 киноплощадки, 17 бесплатных показов, 6 основных номинаций конкурса, встречи с деятелями киноиндустрии, режиссерами и актерами. В программе кинофестиваля новые российские фильмы для детей и подростков. Актеры кино и режиссеры презентовали свои работы. Ирина Габазашвили, кинорежиссер, представила картину «Навстречу мечте». Фильм «Небесная команда» презентован заслуженным деятелем искусства России Владимиром Алексеевым. Также были показаны фильмы «Новенький» режиссера Александра Кулямина, «Вне зоны доступа» Анны Курбатовой, «Африка» от Дарьи Беневской и Надежды Словецкой, «На скорости» Павла Игнатова, «Маленький воин» Ильи Ермолова и «Ледяная история» Сергея Русакова. Все фильмы режиссеры представляют лично, а оценивают их детское и взрослое жюри. По итогам конкурса Гран-при фестиваля получил фильм «Африка». Приз зрительских симпатий получила картина «Новенький», а специальный приз детского жюри – работа Анны Курбатовой «Вне зоны доступа». Благотворительный фонд помощи детям «Детский киномай», кроме бесплатных показов детско-юношеского кино, оказывает постоянную поддержку детским домам и учреждениям культуры. Так, в 2021 году фонд передал в дар Нижегородскому кинотеатру «Зорница» аудиосистему для проведения праздников.